друзья, дорогие друзья, я рад вас приветствовать из дома Эдельвейс, из Австрии. Это большая привилегия для меня быть здесь и в то же время в воскресный день обратиться к вам с некоторым ободрением, потому что Бог вас любит, и мы это с вами знаем. Мы последовали Его путем. И сегодня тот день, когда мы по-особенному переживаем Его любовь и общение с Ним. Бог, возлюбивший нас Своей любовью, даровал нам Своего Сына. И находясь в этом институте, я увидел интересную книгу, которая на английском языке, и она называется «Последние дни Иисуса Христа». В эти дни перед пасхальным праздником я бы хотел, чтобы вы также размышляли о том, что делал Иисус Христос в эти последние дни. Как проходила Его жизнь, какие происходили события, как к этому относились люди и окружавшие. Это имеет огромное значение для нас, потому что Христос возлюбил нас с вами, даровал нам примирение с Богом и открыл истину. Поэтому мне по-особенному хотелось бы к вам сегодня обратиться, чтобы вы провели эти дни, размышляя о том, как Христос провел эти дни. Сегодня отмечается праздник вхождения Иисуса Христа в Иерусалим. И это то время, когда Он въехал как царь, но был распят, был унижен, был оскорблен, а также Бог воскресил Его из мертвых. И этой надеждой на воскресение Иисуса Христа мы живем с вами сегодня. Я благодарен вам, что вы уже последовали за Христом, и приглашаю вас следовать дальше этим путем, обращаясь к Писанию и собираясь вместе на наших общениях по воскресеньям. И в конце я хотел бы прочитать стих из Библии, который укрепит вас. Потому что Бог, повелевавший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Пусть Господь благословит вас в эти дни, и я буду продолжать молиться о ваших семьях, о ваших душах и о вашем пути в Господе.